А тут издалека видать Володин дом. Прямо. Вот он где. Рядом Никитин дом. Вот я спрашиваю сейчас ребятишек. Вы черемуху ели? Решил повезти на черемуху. Ели, не понял, ели, а где вы ели, когда? Кое-как добился. Вот тут силосные ямы, это вот след от тележки. Это вот силосные ямы. Я на них когда-то работал тут. Топтали, разбрасывали. Ну, как сегодня это все было. Это в сторону железной дороги от деревни. Оказывается, здесь прямо вот в этом траншее в этой выросла черемуха. И так интересно, она к берегу, вот она внизу. А ну-ка кто-нибудь туда спустись, Коля, или ты, Нестер. Зайди туда вниз показать. Не упади. Я пойду лучше. Вот давай иди. То есть это намного выше рост. Вот туда пониже туда спустись. Еще ниже. К самому корню. Обойди, не бойся. Ну и выше головы. И получается, тут стоим наверху. И макушка ее так, такого у меня еще не было. И черемуха крупная, вкусная, такая сладкая. Вот она. Ну вот сейчас все, набрали уже. Давай, покажи. Вот, вот это ранетки на Никитином огороде. Яблоки там Павел садил, брат мой. Вот так не ждешь, оно вот оно. Прямо черемуха сплошь. Да крупная и много. Особо хорошо, что... Не знаю, это видно будет или нет, но показать вот. Специально бы кто-то садил, нет, как она оказалась, неизвестно. Птица здесь, ну, может быть, оправлялась, но главное, принялась и выросла. И здесь она метра два уже с половиной, до два с лишним. Ну и там около двух метров. И брать очень легко. Стоим вот на борту этой силосной ямы, траншеи они были. А дальше вон они, земля, куда эту землю девали, выносили. Вот они, я. Везде эти. Ну, а здесь сейчас пустые траншеи, туда привозят мусор. Ну, у нас что, старые доски от хозяев было, там что-то такое. Вот как интересно все. А рядом поле, чудесное поле. Белая барабаша грещиха. Грещиха. Все.